И сейчас мы перейдем к вопросу воплощения. И говорить мы с вами будем о субъекте воплощения. И под этим мы подразумеваем того, кто воплотился. И как вы понимаете, это был никто иной, как Иисус Христос, вторая личность Троицы. Затем мы с вами рассмотрим цели воплощения, чтобы стать последним пророком и многое-многое другое, что включается сюда. Будучи пророком, Иисус дает откровение о Боге, и также Он дает откровение об идеальном человеке. Он показывает нам, какими мы должны быть. И также мы получаем представление о том, какими мы станем, когда окажемся в прославленном состоянии. И при этом возникает один вопрос. И вопрос этот возникает на основании записанного в 1 Иоанна 3 главе, во 2 стихе. В каком смысле мы будем подобны Ему? Иоанн пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Что же это означает «быть подобными Ему»? Что значит уподобляться образу Христа? И основной фокус этого стиха 1 Иоанна 3:2 не на земной жизни, а на том, что грядет вечной. В 1 Иоанна 3:3 Иоанн далее пишет следующее: «И всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, как Он чист». Что же это за надежда? Надежда, что однажды мы будем, как Он. И всякий, кто имеет эту надежду сейчас, в этой жизни очищает себя, так как и Он, то есть Бог, чист. И на основании этого возникает вопрос: в каком же смысле мы будем подобны Ему? И в ваших конспектах вы можете найти возможные ответы. Во-первых, я предположил здесь, что это не означает, что мы станем божественными, что мы станем богами или что-либо подобное, но будут определенные физические изменения, будут нравственные изменения, и также, наконец, будут интеллектуальные изменения. Мы не станем всеведущими, но уж точно мы знать будем намного больше, чем знаем сейчас в этой жизни. И если мы продолжим наше размышление, скажем, если мы будем подобны Ему, то мы будем узнаваемы, мы будем узнавать друг друга. И если вы думаете, как такое возможно, и я не думаю, что у нас есть конкретный текст в Писании, который об этом говорит, но я думаю, к этому выводу можно прийти на основании различных текстов Писания. И здесь можно вспомнить то, что произошло на горе Преображения. А также, если вы, к примеру, посмотрите на Евангелие от Матфея и прочитаете о том, что произошло в тот момент, и там записано, что Петр, Иоанн и Иаков видели Иисуса в Его прославленном теле, а также Моисея и Илию рядом с Ним. Но вот к тому моменту, когда родились Петр, Иоанн и Иаков, Моисей и Илия были уже мертвы сотни лет, а может даже и тысячи лет. И как они могли узнать, что перед ними Моисей и Илия? Я не думаю, что у них были бирки на одежде с именами. Скажем, «Привет, меня зовут Моисей», или «Привет, я Илия». Но каким-то образом Петр, Иоанн и Иаков узнали Моисея и Илия, никогда их не видев ранее. Конечно, это не исчерпывающее доказательство. Возможно, что Моисей и Илия что-то сказали ученикам, как-то представились, дав понять, кто они такие, и ученики поняли, что перед ними Моисей и Илия. Но то, что мы знаем ясно, это то, что Петр, Иоанн и Иаков знали, кто перед ними находится. Вот Иисус, вот Моисей, вот Илия. Что ж, позвольте спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по поводу того материала, который мы с вами изучили,
И по поводу того, что вы прочитали в своих конспектах, если вы хотите задать какой-либо вопрос, пожалуйста. А теперь мы с вами поговорим об уничижении Христа. Вы можете спросить, ну, а в чем отличие этого от воплощения? Воплощение и уничижение, по сути, это об одном и том же событии, а именно о приходе Иисуса Христа в этот мир. Но вот воплощение, о чем мы до этого с вами говорили, раскрывает общую картину, когда вторая личность Троицы приняла на себя совершенную, полную человеческую природу и несла служение как царь, священник и пророк. И когда мы рассматриваем это событие, когда мы вглядываемся в земную жизнь Христа, в ту жертву, великую жертву, которую Он принес, когда Он стал человеком и жил среди нас, то тогда весь этот опыт мы называем уничижением. И есть несколько основных текстов Писания, но более подробно мы рассмотрим один текст Писания. Это послание Филиппийцам, 2 глава, стихи с 5 по 8. И вот этот текст Писания часто называется кеносисом. И вы поймете, почему так, если вы уже не знали этого ранее, почему используется именно такая терминология. В тексте говорится о том, что Иисус уничижил самого себя. И вот греческое слово, которое переведено у нас как «уничижил», происходит от греческого слова «кеноо», что означает «опустошать». И теперь вы понимаете, почему вся эта доктрина названа доктриной кеносиса, особенно доктрина, основанная вот на этом тексте Писания. Что ж, а теперь я хотел бы с вами поделиться основной информацией касательно этого текста и этой доктрины. И я думаю, что вот эта тема, этот текст нуждаются в подробном рассмотрении. И я бы хотел это обсуждение разделить на две части. Вначале мы обсудим основные греческие слова, которые используются в этом тексте, и мы поговорим о их значении. И затем, разобрав значение каждого из этих слов, мы рассмотрим весь текст целиком, чтобы определить то, что имел в виду Павел, когда писал эти слова об Иисусе Христе. Но я думаю, неплохо было бы начать с прочтения самого текста. Послание к Филиппийцам, 2 глава, со стиха 5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И вот особое внимание мы хотели бы уделить стихам с 5 по 8. Я прочитал вам текст из современного перевода, а именно из новой международной версии, или сокращенно NIV.
Я не знаю, какие у вас вызывал ассоциации этот библейский текст, когда вы его читали ранее, по мере того, как росли в вере. Я часто слышал цитирование этого текста из версии короля Иакова, и могу процитировать даже наизусть, я думаю, многие и из вас также. Но я думаю, нам с вами надо будет переосмыслить значение всех этих фраз, записанных в этом тексте, чтобы то, что мы с вами говорим, согласовывалось с написанным в этом тексте. Итак, первое из ключевых слов, и это слово повторяется несколько раз в этом тексте, это греческое слово «морфей». И делается ударение на последнем слоге, на букве «и». Вот в этом переводе не так легко найти это слово. Но первый раз слово «морфея» встречается в шестом стихе. И более буквально можно было перевести так, кто был в форме Бога, морфея тео, форма Бога, не почитал хищением быть равным Богу. И далее седьмой стих, но уничижил самого себя, приняв форму раба, приняв образ раба. Это второй раз слово морфея встречается в этом тексте. Если вы обратитесь к греческому лексикону, чтобы понять значение слова «морфе», значение, в котором оно обычно используется, то обычно оно используется не в значении глубинной или внутренней идентичности. Обычно речь идет о внешнем подобии, о схожести форм. Именно в таком значении это слово используется чаще всего. Но толкователи единодушны вот в чем. Вот в этом конкретном тексте, так как Павел использует это слово, он не подразумевает внешнее подобие, не что-то лишь отдаленно схожее, как некий силуэт чего-то либо, но скорее он подразумевает внутреннюю природу, основную сущность, основу существования. И можно сказать так, что это слово является выражением сущности. Оно показывает и являет эту сущность. Поэтому, говоря, что Иисус имел образ Божий или имел форму Бога, Павел дает понять, что Иисус обладал божественной природой и явил ее. В самой своей сущности он был божественен. И второе слово в списке ключевых слов — это слово «киноо». И опять же, это слово не так легко найти, во всяком случае, в моем переводе. Оно находится в начале седьмого стиха. В моем переводе написано так «сделал себя ничем». Ну, или можно перевести по-другому, чтобы было более понятно. Он опустошил самого себя. Итак, основная идея, которая сокрыта в слове «кинао», это опустошать, изливать что-то, отказываться от чего-то. И, конечно, тот вопрос, который надо задать в отношении к этому тексту, это вопрос о том, от чего же Иисус опустошил себя. И мы с вами обязательно вернемся к этому вопросу и вскоре дадим на него ответ. Что ж, затем мы переходим к следующему слову. «Геноменос» — это причастие, которое происходит от греческого слова «геномай», которое означает «быть» или «становиться». Позвольте мне его написать.
И здесь опять, я полагаю, что наш перевод не совсем нам помогает, во всяком случае, не так, как нам хотелось бы. Но вот это конкретное причастие можно найти в 7 стихе. Вот вы видите фразу в конце этого стиха, «сделавшись подобным человеком» или «став подобным человеком», в зависимости от того, какой перевод вы читаете. Вот это слово «сделавшись подобием», вот это геномена. Что ж, причастие обычно происходит от глаголов. Это глагольная форма. Но вот обычно причастие в предложении соотносится с основным глаголом в этом предложении. И основной глагол, к которому относится это причастие, это слово «киноу», «уничижил». И затем оставшаяся часть 7 стиха поясняет нам, как это Иисус уничижил себя. И напрашивается такое толкование, что Иисус уничижил себя, и как следствие Он принял образ раба и сделался подобным человеком, и по виду стал как человек. И получается, что здесь можно отметить три момента: уничижение или опустошение, принятие образа раба и становление подобием человека. Это может звучать очень красиво, но это не то, о чем говорит этот текст в оригинале. Не так причастие, именно эти причастия функционируют в предложении. Но как же тогда его толковать? Что ж, вот это причастие, геноменес, и также слово лабон, о котором мы будем еще говорить, вот эти слова соотносятся с действием опустошения. То есть не получается так, что опустошение — это одно действие, а это остальные еще независимые действия, второе и третье. Скорее, есть одно действие, то есть происходит опустошение, и последующие фразы объясняют, в чем это опустошение? Он опустошил самого себя, приняв образ раба и став подобием человека. То есть здесь речь не идет о трех разных действиях. Здесь речь идет об одном, а именно об опустошении, уничижении самого себя. А причастные обороты, они объясняют нам, в чем состояло это уничижение. Что включало в себя это уничижение? В чем Иисус опустошил самого себя? Что это включало в себя? Что ж, следующее слово — это слово «лабон». Это тоже причастие, происходящее от греческого слова «ламбано», которое означает «принимать» или «получать». И опять же, это конкретное причастие относится главному глаголу в предложении. И в этом стихе это глагол «уничижил». Поэтому, очевидно, опустошение, согласно 7 стиху, включало в себя принятие природы раба, сущности раба. По-гречески это будет «морфе дулу». И также это опустошение подразумевает то, что Иисус стал подобием человека. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И следующее ключевое слово, которое мы рассмотрим, также записано в 7 стихе.
это слово «homoiomati». И вот в моем переводе это слово переводится как «человеческое подобие». Во многих переводах оно переведено как «подобие человека». И, быть может, вы думаете, ну, а чем это отличается от того, что Иисус принял образ раба? Потому что традиционно богословы толковали вот эту фразу «принял образ раба» как указание на то, что Иисус Христос принял человеческую природу, стал человеком. Но на самом деле Павел имеет в виду следующее, когда пишет о том, что Иисус принял образ раба. Да, это подразумевает идею о том, что Иисус Христос стал человеком, принял на себя человеческую природу. Но Павел дает понять, какую человеческую природу Иисус принял на себя. Он стал таким человеком, который посвятил себя служению другим, если можно так это перефразировать. Он не стал человеком, не принял человеческую природу для того, чтобы господствовать, для того, чтобы, можно сказать, продвигать свои цели и свое положение, показывать свое превосходство. Да, несомненно, Иисус Христос смирил себя, уничижил самого себя. И речь идет о том, кто все время до этого был Богом, не имея при этом человеческой природы. И он был в своей божественности равен Богу Отцу и Богу Святому Духу. И затем он оставил славу небес, если можно так высказаться, и стал жить, как все остальные люди, приняв человеческую природу. Но при этом он стал таким человеком, который был слугой, рабом для остальных. Хорошо, если тогда эта фраза «принял образ раба» указывает на его человечность и более конкретно подчеркивает тот факт, что Иисус Христос пришел для того, чтобы послужить, то что нового тогда говорит фраза «сделавшись подобным человеком»? Что ж, навскидку мы можем сказать следующее. Павел пытается донести до нас, что Иисус Христос был подлинно человеческим существом. Что речь идет не о том, что когда Иисус воплотился, Он просто, ну как бы сказать, одел на Себя человеческий костюм, благодаря чему умудрялся создавать впечатление, что Он такой же, как все остальные. А потом просто, когда наступило время для воскресения, Он эту маску сбросил и стал, кем Он был. Нет, Павел дает понять, что вот эта человеческая природа, которой обладал Иисус Христос, была такая же реальная и подлинная, как у вас и у меня. Что ж, когда мы говорим о человеческой природе, то у человеческой природы есть определенные составляющие, и мы об этом еще поговорим, когда будем говорить о доктрине о человеке. Но сейчас можно сказать о том, что человек состоит из материальной составляющей, это наше физическое тело, и из нематериальной составляющей. И когда мы с вами начнем разбирать доктрину о человеке, то мы будем поднимать вопрос, сколько этих составляющих? Две нематериальных или одна? Но сейчас не время для ответа на этот вопрос. Мы можем просто сказать о том, что человек состоит из материальной части и из нематериальной части. Но когда вы это говорите, то, я надеюсь, вы осознаете, что есть и другие творения в этой Вселенной, о которых мы можем сказать то же самое. Скажем, животные обладают материальной составляющей и нематериальной составляющей. Но очевидно, что то, как они сотворены,
и то, какой нематериальной составляющей они обладают, отличается от того, как мы с вами сотворены, и от той нематериальной части, которая у нас есть. Скажем, животные не способны на рассуждение. Во всяком случае, не на то, что мы имеем в виду, когда говорим о человеческом рассуждении. Животные, быть может, и могут общаться друг с другом, но уж точно у них не такой язык, как у людей. Поэтому возможности нашей нематериальной составляющей, несомненно, намного-намного превосходят и отличаются от возможностей нематериальной составляющей животных. И говоря о том, что мы сотворены homoiomati, антропоту, то есть подобие человека, Павел далее дает понять, что Иисус обладал всеми составляющими человеческой природы, и они все присутствовали в Нем, точно так же, как в любом другом человеке. Поэтому перед нами не Бог-лягушка, скажем, или не Бог-корова, но Бог-человек. Но есть еще один момент, который подчеркивает апостол Павел, когда использует слово «homoiomati». У каждого из нас есть как нематериальная, так и материальная составляющая. И несмотря на то, что каждый из нас физически умрет, наступит этот день, физическая составляющая окажется в могиле, но так не будет всегда. Физическая составляющая будет воскрешена. И уж, конечно, во время этой земной жизни не будет такого, что мы то потеряем наше тело, то вновь его обретем, или в каких-то случаях мы имеем разум, а в каких-то случаях он куда-то девается. Нет, такого не происходит. Да, мы можем быть без сознания, но при этом все еще иметь разум. Нам могут ампутировать руку или ногу, но при этом мы не теряем все наше физическое тело. И к чему я это говорю? Что ж, была такая ранняя христианская ересь, называемая докетизм. Давайте я напишу это слово на доске. И докеты, так звали приверженцев этой ереси, утверждали, что когда Иисус воплотился, Он лишь казался. И вот слово «докетизм» происходит от греческого слова «докео», что означает «казаться». Иисус лишь казался истинным человеком. Лишь создавалось впечатление, что у Него настоящее человеческое тело, но на самом деле все было не так. У Него не было физической составляющей. И есть различные теории, когда это тело исчезло, и как все было, и многие утверждают, что после распятия божественная природа Христа отделилась от человеческой природы, и вот теперь всю вечность Он не имеет никакой человеческой природы. Или, возможно, они полагали, докеты, что Иисус потерял свою человеческую природу в другой момент своего существования. И вот причина, почему эта ересь заслуживает внимания, в том, что мы знаем, что хотя Бог и подлинно Дух, все-таки обладает способностью являть свое присутствие в физическом образе. Например, Он явился Моисею в горящем кусте. И в Ветхом Завете мы видим явление ангела Господня. Но вот эти физические явления не являются частью самой сущности, бытия Бога. Это лишь физические проявления Божьего присутствия. И точно так же,
Хотя, быть может, они не продумывали все в таких подробностях, докеты говорили о том, что Иисус Христос был не более чем Бог, проявивший себя в физическом мире на какое-то время. На самом деле Он не принимал на Себя человеческую природу, которая объединилась с Его божественной природой, и обе существуют не слитно, не раздельно, всю оставшуюся вечность. Воплощение было просто наподобие всех тех других случаев, когда Бог явил Свое присутствие в физическом мире, как, скажем, это было в ветхозаветную эпоху. И вот то, что Павел говорит этой фразой, «сделавшись подобным человеком», не может быть истинным, если бы человеческая природа Иисуса Христа была просто неким физическим подобием, проявлением второй личности Троицы. Так что Иисус казался человеком, но на самом деле им не был. Вот седьмой стих эта фраза исключает докетизм, делает его невозможным. Что ж, у нас осталось еще последнее слово. И это слово «скемати», и это слово встречается в восьмом стихе. И в моем переводе оно переведено как «явление». И если вы знакомы с текстом перевода короля Иакова, то там эта фраза звучит так: «был найден в виде человека». Что ж, это слово «скемати» отличается от слов «морфе дулу» или «морфе тео». И мы говорили с вами о том, что слово «морфе» в этом тексте указывает на внутреннюю природу. Слово же «скемати» указывает на внешнее, на то, что можно увидеть, услышать, осязать, что доступно для органов чувств, подразумевает что-то, что изменяется, а также то, что является внешним. И опять же, это именно то, что вы и ожидали бы, если бы Иисус был подлинно человеком. Он начал жизнь, земную жизнь, будучи младенцем, затем он рос, и по мере того, как он рос, его внешний вид менялся. То есть были определенные изменения в его внешнем виде. Поэтому здесь, в этом тексте, вы получаете явное указание, что Иисус, хотя он был стопроцентным Богом, в действительности принял на себя человеческую природу во всей полноте, он воистину стал человеком. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.